прибыл я на свое место. Так что приветствую вас всех, подписчиков и зрителей моего канала на новом месте. Погода как будто бы неплохая, ветерок, правда, небольшой. Вот я тут в кустах спрятался. Это мое старое место. Если кто-то смотрел мои старые ролики, еще я в 450-м я здесь летал. Здесь я вырезал маршрут свой для того, чтобы можно было полетать спокойно, не цепляя деревья. Ну вот я решил сегодня снова полететь. Значит, смысл в чем? Смысл в том, что я снова на Володоре. Просто полетаю на 21700. Не стал я отключать компас. Просто оставил как есть. Не знаю, как оно будет получиться. Ну, сейчас посмотрим и с вами поделюсь. Так что поехали. В процессе полета буду все рассказывать. Понеслась душа в рай. Так. Ну что, потихоньку в кучерях полетаем. Здесь непривычно мне летать, потому что я здесь на этом коптере еще ни разу не летал. Здесь я тоже летал. Вот здесь я все вырезал и летал. Ну, уже заросло. Поэтому это было давно, года два назад, наверное. Тут в этих кучерях летал. Да, кстати, это вот место, которое я всегда рассказываю, что я через него пролетаю. Ну, вот это место, через которое я пролетаю. Раньше я, конечно, не мог через него пролететь, а сейчас пролетаю. Так, слетаю я на место, где я обычно летаю. Так, ну что-то градусы показывают тоже неверно. Там 180 должно быть. У нас почему-то 213. Да, летаю на Леонке. Поэтому, ну что-то вообще сегодня. Ну я, правда, в кустах стою. Там я хоть более-менее на открытой местности стоял. А здесь я вообще в кустах стою. Здесь как-то мне интересно летать по кустам. Ну да, из-за деревьев помехи, поэтому видео не очень фонтанистое. Можно сказать, не фонтанистое. Да, значит, угол показывает плюс-минус. Ну да, нет. Что-то, кстати, вот нормально. Север-юг показывает, и градусы показывают более-менее нормально. Ну, просто задержка, наверное, идет, потому что вот здесь должно быть 180. Вот так должно быть 180. А у меня получается вот так 180. Вот так 180 где-то. Ну, еще раз говорю, плюс-минус. Когда устанавливаешь Леонку, вот такая ерунда. ОСД начинает немного подергиваться. Что-то подмигивает. Ну, кстати, вот обычно начинает подмигивать после того, как я с Леонкой долбанулся. Вот как долбанулся с Леонкой, так он начинает вот это все подмигивание ОСД. С чем это связано? Пока не знаю. Ну, как-нибудь разберусь. И вам расскажу. Не обещаю. Не обещаю, что разберусь. Если разберусь, то точно расскажу. А вот то, что не обещаю, что разберусь, это точно. Летаю в том месте, где летаю. Да, показания на дом показывают, что попало.
направление север-юг тоже показывает, что попало. Ну что, после падения сдурел, что ли? До падения еще как-то более-менее был. А после того, как рухнулся, так что попало, показывает. Ну все, подведу итог моих сегодняшних политушек на Володоре. То, что компас через пень-колоду работает, вопросов нету. То, что показывает домой через пень-колоду, вопросов нету. Координаты как будто бы нормально, HDOP нормально. Поэтому если где-то потерять, то можно во всяком случае по координатам найти. Ну, а так в целом еще раз говорю, для таких полетов, как я вот только что полетал, моторы, ну, чуть-чуть теплые, кстати. 21700 это то, что надо. 18650 не буду врать. Может быть, конечно, если высокотоковые, то тоже пойдут. Но вот что касается такие средние, как говорится, паршивости, 21700 то, что надо. Так что на этом буду заканчивать. Не забудьте подписаться на мой канал. Да, кстати, добавить. Что касается батареи. Батарея горячая. Ну, конечно, не 70 градусов, но где-то градусов полтинниками есть. Ну, во всяком случае, летать можно. Еще раз, мира, добра, здоровья и до новых встреч на моем канале.